Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, точнее в новую серию рубрики без модов, где сегодня мы будем учиться, как нам делать туалет, какать, писать, принимать душ, мыть руки и многое другое. Ребята, вы это сможете сделать в ванильном Майнкрафте без модов. Но перед этим я скажу вам большое спасибо, если вы не забудете поставить лайк. Ребята, каждый ваш лайк для меня важен. Набираем 1500 лайков, выходит новая серия, не забываем об этом. Также подписывайтесь на мой канал, вступайте в нашу большую дружную семью подписчиков, ребята. Потратьте на меня всего лишь 2 секунды. На лайк, на подписку. За это я вам скажу вам большое спасибо и выпущу новое видео как можно быстрее. Больше не тянем, приступаем к самому видео. Ну что, ребята, вот и начало. Я, если честно, очень стараюсь учитывать ваши пожелания. Делать приветствие как можно короче. В этой серии оно получилось 35 секунд. Я буду пытаться скоротить его до 30 секунд. Я, ребята, надеюсь, что вы в этом мне поможете. Ну, это реально иногда тяжеловато, потому что я все же хочу вам напомнить то, что чем быстрее набираем лайки, тем быстрее выходит новая серия. Но все же, ребята, я буду пытаться делать его как можно короче. Но перед тем, ребята, как приступить к оформлению нашей ванны. Комнаты нам в первую очередь нужно выдать себе командный блок. Выдается он с помощью вот такой команды, которую вы сейчас видите на своем экране. Запоминайте, ребята, и больше никогда не спрашивайте: Эдисон, как выдать себе командный блок? Вот так выдать себе командный блок. Запомните, ребята. Выдаем и ставим сразу же на землю. Потом вписываем команду, которая уже находится в описании. Заходите, копируйте и вставляйте ее в ваш ванильный мир Майнкрафта. И нажимаем вот тут Always Active, то есть всегда включен, для того, чтобы нам не потребовался какой-то предмет для активации вот этого командного блока. Нажимаем, пока это все активируется. Я себе шею почешу, а то уже минуту терплю, как она там нафиг чешется. Но все же, ребята, если у вас в мире появилась вот такая махина фиолетовая, да, это все же фиолетовое, это значит, что команда была успешно установлена. Вы можете выключить вот эту махину, нажав на вот эту кнопочку, и также обратно включить, чтобы машина опять начала работать. Также, чтобы она работала в любом уголке вашего мира, чтобы она не лагала и просто-напросто было приятно с нею играть, вам нужно написать вот эту команду. Я уже, в принципе, сказал, для чего вот эта команда нужна. Set World Spam. Ребята, сейчас мы можем приступать к оформлению нашей ванной комнаты, делать туалет, душ, держатель для туалета, туалетной бумаги, умывальник. И как мы это будем делать, ребята? В первую очередь я уже тут создал вот такую маленькую, но все же уютную ванную комнату в нашем домишке. Вы спросите, что у нас тут делает адский камень в ванной комнате? А перед тем, ребята, как нам делать какие-то ванные изделия, нам нужно пережарить глину. Для того, чтобы это сделать, нам... Нет, не вот это, нам нужно поджечь, ребята, незерак. Поджигаем и выкидываем на него глину. И она превращается в... Во, ребята. Вы, в принципе, видим, что она превращается. Мы просто-напросто обжариваем глину для того, чтобы лучше бы... Лучше вот так не делать, потому что... Да, как видите, он будет, вот этот кусочек глины будет тут танцевать. Ну, в принципе, вы поняли, ребята, что мы делаем с помощью вот этой глины. Мы ее обжигаем, поэтому, ребята, это обожженная глина. Сейчас вот это мы уже можем выкинуть, чтобы сейчас полностью блистак не обжигать. И все, и сразу лучше тушим вот это, потому что у нас тут везде... Дом состоит из дерева, я только вот тут его сделал с помощью глины, блока угля и также... кварца. Да, ребят, сейчас мы вот это все можем, в принципе, сразу ломать, вот это можем выкидывать. Когда мы сделали обожженную глину, мы, ребята, готовы начинать. Что нам нужно? В первую очередь нам нужно выкинуть одну каменную кнопочку и также 16 обожженной глины. Как только мы вот это делаем, у нас появляется тубзик, ребят. Тубзик, да. И ставим его, допустим, вот сюда. Вот какой крутой у нас тубзик. Вот, ребята, вам не кажется то, что это немного какая-то странная форма для туалета, потому что, ну, я не скажу то, что такой формы туалет у нас есть. Да, это какой-то, я не знаю. Ну, что самое прикольное, мы можем сесть на вот этот туалет. Я знаю то, что мы можем на него сесть, но я почему-то в данный момент сесть на него не могу. Интересно, почему? Ну, допустим. Ладно, ребята, вот наш тубзик. Мы можем сделать с ним селфи, потому что тубзик реально крутой. В ванильном Майнкрафте без модов, ребята, вы не каждый день такое увидите. Вы также можете его еще раз поставить. Ну, сесть я на него также почему-то сейчас не могу. Для того, чтобы его сломать, вам нужно сломать блок под ним. Как только вы это сделаете, то туалет упадет вниз, и вы сможете подрать, подрать, что за слово, подрать, подобрать вот это
яйцо призыва туалета еще один раз. Да, ребята, туалет у нас пускай вот тут будет. Что у нас дальше на очереди? Дальше у нас на очереди умывальник. Для того, чтобы делать... Да, выкиньте вот так. Для того, чтобы сделать Откуда у меня кожа появилась? Офигеть! Ребята, вы видели? Я сломал, ребята, Майнкрафт. Я не знаю, с какого уголка у меня вообще вылезла вот эта кожа. Может, с какой-то части тела у меня отвалилась. Но все же это было реально странно. Ребята, вы согласны? Потому что кожа откуда-то с неба упала. Ну ладно. Для того, чтобы сделать умывальник, нам нужно сделать два крана. Мы делаем вот так. Давайте вот тут еще два возьмем. И выкидываем два крана. Два крана я уже показал, как нам делать. Выкидываем два крана на землю и также выкидываем 32 кусочка обожженной глины. Поднимаем, и сейчас, ребята, мы можем установить... Нет, мать его, не туалет. Ага, и опять, тут походу... А я понял, откуда это. Потому что, а фиг его знает. Если честно, так и не понял. Ну ладно, ребята, не суть. Сейчас мы попробуем поставить умывальник, если у нас, конечно... получится. Но, как видите, в каждого блока есть свое управление, то есть он не может быть поставлен в какой-то точке, где вы хотите его поставить, поэтому вам нужно выбирать особенную точку. Допустим, если вы хотите поставить умывальник, то он должен быть где-то вот тут. И, как видите, умывальник действительно стоит, сейчас вы можете тут помыть ручки. Как видите, даже анимация водички есть. И, в принципе, это очень даже круто. Туалет и также умывальник. Но, ребята, на этом мы не останавливаемся. Потому что что у нас на следующем уровне? То есть, следующий третий уровень. Что, ребята, мы будем делать? Догадайтесь. В следующем уровне мы будем делать... Я надеюсь, то, что мы сейчас сделаем. Вот так. Сейчас вот так. Сейчас... Вот так. Замечательно. 48 кусочков обжаренной глины, и также я еще что-то хотел выкинуть, и два крана. Да, и сейчас у нас появляется, ребята, душ. Где бы его запихнуть? Где бы он круто стоял? Ну, согласитесь, то, что тут не очень круто. А если вот тут и тут... А, нет, в принципе, тут нормально, но зато туалетик тут не очень круто стоит. Сейчас как-то мы оформим вот это все, ребята. Сейчас я постараюсь это как лучше оформить. Ну, в принципе, вот что-то в этом роде. Тут у нас душ, как вы видите, тут также есть анимация пены. И это офигеть как круто. И не анимация пены, а анимация воды. То есть, так же, как и умывальнику, у вас тут есть анимация воды. Но я уже проговорился, и вы, в принципе, уже даже смогли заметить то, что тут у нас есть анимация пены. Мы можем сюда встать вот так и принимать душик. И это, если честно, очень даже круто выглядит. То, что нам писает на голову вот эта струя какой-то непонятной воды. Также, ребята, мы сейчас стоим в куче пены, принимаем душик. Сейчас можем выйти отсюда, пойти покакать. И, в принципе, очень даже круто. Но у нас на очереди последний предмет. Да, ребята, в принципе, очень даже жалко то, что это только последний. То, что это уже последний предмет, потому что это ванильная команда без модов для вашего ванильного Майнкрафта на версии 1.9. Я забыл сказать то, что это версия 1.9. Содержит только 4 предмета. Если честно, это очень мало. Я бы хотел, чтобы было намного больше, потому что это реально крутая команда. И последний предмет — это держатель для туалетной бумаги. Ребята, это самый необходимый предмет в нашей жизни. Без туалетной бумаги был бы уже апокалипсис. Поэтому, ребята, радуйтесь то, что эта команда сможет преподнести вам туалетную бумагу. Но я вижу то, что тут чего-то не хватает, потому что очень какая-то пустая у нас ванная комната. Я бы, если честно, хотел что-то тут прибабахать. Знаете что, ребята? Вот давай, вот давайте мы так сделаем, знаете? Вот сейчас, ребята, давайте мы так сделаем то, что... Куда бы нам поставить вот этот рычажок? Ну, пускай будет так. Так, тут, ребята, или... Вот так. Во! Вот это вообще круто. Вот так, согласитесь, так уже намного лучше выглядит то, что дракончик принимает душ. Да. А если я как-то смогу поставить вот сюда армор стенд? Вот сейчас как бы его... Нет, вряд ли я тут смогу его как-то... забабахать, вряд ли я там, чтобы было как будто туловище. Но все же, ребята, наш дракончик...
принимает душ. А если мы сейчас за ним подсмотрим... Ох, фу, голенький дракончик. Давайте, ребята, отсюда будем уходить, не будем на него смотреть. Но что бы еще сюда можно было бы забабахать? Стив. У нас есть башка Стива. Куда бы его забабахать, если честно, не знаю. О, ну, пускай будет. Стив, туловище смыло, осталась только башка. Какой-то прям супер-пауэр туалет у нас смывает все туловище сразу. И также знаете что, ребята? Знаете что? А знаете что? Давайте мы поставим сюда крипера. Вот давайте эндрот возьмем. Вот так. Вот так. Вот. Вот так. И поставим сюда башку крипера. Вы спросите, зачем? А затем то, что это будет работать как... Ну, как бы это сказать? Как проносное. Вот, допустим, у вас запор. Вы пару дней не можете покакать. Вот идет себе Стив, да? Идет себе Стив. Бла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Голенький дракончик в душе. Садится, тужится. Не может выпукать, потому что у него запор. Оборачивается, видит башку крипера. И запора как будто не было, потому что его выпучило всего. В принципе, это даже, ребята, это крутая затея. Это крутая затея. Но чтобы еще сюда прибабахать, если честно, не знаю. Я знаю, что сюда можно прибабахать, ребята. Все мы, вот сейчас, я знаю, что сюда можно прибабахать. В первую очередь, нам тут 1000000% нужен сундучок, ребята. Сундучок в душе, в туалете нужен 1000000%. Допустим, если вы хотите почитать газету. Ну, согласитесь, ну кто будет читать газету в наши дни? Никто. Ну пускай газета будет как запасной вариант. Если у нас, допустим, закончится туалетная бумага, мы можем взять газету. Это туалетная бумага номер 2. Что нам еще пригодится в туалете, ребята? Вот кидайте свои варианты, что вам пригодилось бы в туалете. Вот знаете что? Знаете что, ребята? Вот напишите топ-3 вещи, которые пригодились бы вам в туалете, если бы, допустим, случился бы апокалипсис, а ваш туалет это было бы самая безопасная зона в вашем городе. Напишите топ-3 вещи, которые вы бы взяли с собой в туалет в самый последний день Земли, перед тем, как бы случился апокалипсис. Потому что в вашем туалете есть какой-то секретный бункер, который выведет вас там не знаю куда. Но все же, ребята, вот, допустим, у нас там есть бумага, да? А точнее, газета. Я сейчас выключу дождь, чтобы он тут не шумел. Что бы еще взять? Взять бы еще, конечно, телефончик. Что тут у нас выглядит как телефончик? Я, если честно, не представляю. Daylight Sensor. Это выглядит как, знаете что, как планшет. Поэтому, ребята, берем планшет. Планшет в туалете? Да. Отличная затея. Но самая большая проблема человечества. Вы берете с собой планшет в туалет, но вы можете там сидеть час, два, но планшет разрядится. Поэтому, ребята, нам нужен генератор. То есть генератор какой-то энергии, да, источник энергии. И поэтому мы поставим сюда куда-то блок редстона для того, чтобы он выполнял задачу зарядки нашего планшета. Поэтому ставим его, допустим, куда-то, ну, куда бы поставить нашу розеточку. А знаете что, давайте мы поставим розеточку прямо я не могу сюда ее поставить, потому что... Не могу я сюда ее поставить. Пускай будет над башкой. Хотя над башкой Стива она не очень выглядит. Я бы поставил ее вот сюда. Вот так, замечательно. И тут у нас, в принципе, я уже... Эх, дайте мне как-то вот забабахать вот эту стену. Хотя, знаете что, пускай тут будет подглядывать. Подглядывать, я не знаю, за кем-то. Допустим, вы живете в общаге. И тут в одной комнате, в одной квартире с вами живет ваша соседка. Вы поняли, на что я намекаю? Поэтому это будет наша секретная дырочка, с помощью которой мы будем подглядывать, как наша соседка там решает домашнюю работу. Да, пускай будет. Это у нас, ребята, розетка. Планшетик, розетка. Нет, Стив, ты нам не нужен. И это, в принципе, прям туалет мечты. Что нам еще нужно, ребята? Что нам еще нужно для того, чтобы... Я, если честно, не знаю. Я хотел сказать, предложить какие-то эротические журналы, но зачем нам эротические журналы в туалете? Потому что, во-первых, у нас есть планшет, с помощью планшета уже можно найти любые сайты в интернете. А во-вторых, зачем нам эротические журналы в туалете, если у нас есть секретная дырочка, с помощью которой мы можем подсматривать за своей соседкой?
Да, вы поняли, на что я намекаю. Поэтому, ребята, в принципе, туалет мечты уже обустроен. Нам больше ничего тут не пригодится. А хотя, знаете что, ребята? Знаете, что нам еще пригодится в нашем туалете? Пригодится кактус. Вы спросите: Эдисон, ты что, дурак, зачем нам вообще кактус в туалете? А я вам скажу, зачем нам кактус в туалете? Для того, чтобы... В первую очередь, чтобы кактус работал как освежитель воздуха. Вы понимаете, о чем? Стив очень любит ходить в туалет. Именно тогда, когда увидит крипера и обострется по полной программе. Поэтому, ребята, кактус в туалете нам нужен 100%. А знаете еще для чего? Для того, чтобы он поглинал... негативную энергию. Ну, как бы мне сюда его поставить? Где бы мне... я забыл, я не могу его сюда ставить, потому что у нас тут есть умывальник, который нам не дает ставить вот тут блоки возле себя. Поэтому, ребята, сейчас мы найдем какое-то другое место. Так, планшетик. Вот так! И, в принципе, ребята, все готово. Кактус бы еще реально куда-то запихнуть. Я не знаю, куда бы его можно было бы поставить. Но сюда он не будет очень прикольно смотреться. Вот тут где-то можно поставить кактус. Ну, допустим, давайте мы поставим его вот сюда, если он... Нет, не поставится, ребята, не поставится. Ну, в принципе, покакай, да, Стив, покакай, то, что кактус не ставится, в принципе, вы поняли мою затею. Поэтому, ребята, сейчас мы будем заканчивать на этом. Я думаю, то, что наш туалет мечты готов. Тут есть самое необходимое. Поэтому, ребята, знаете что? Вот реально пишите топ-3 лучшие предметы, которые вы бы взяли на случай апокалипсиса. И единой безопасной зоной был бы туалет в вашем доме. Поэтому, ребята, реально пишите. Это крутая команда, запоминайте ее. Вряд ли вы его сможете запомнить, потому что там очень много символов. Но все же, ребята, ссылочка на эту команду есть в описании. Заходите, копируйте и также вставляйте ее в свой ванильный мир Майнкрафта. А сейчас, ребята, мы будем заканчивать вот тут вместе с нашим Стивом. И также смотри в нашу секретную дырочку, ребята, если вы помните, зачем она также нам нужна. Поэтому, ребята, я скажу вам большое спасибо, если вам понравилось вот это видео, также дракончик голенький на заднем плане. Если набираем 2500 лайков, выходит новое видео, я вам даю свое слово. Чем быстрее мы наберем 2500 лайков, тем быстрее выйдет новое видео, ребята, не забываем. Я скажу вам большое спасибо, если вы поставите лайк, потому что если мы сможем дружно набрать 2500 лайков за 3 часа, значит через 3 часа выйдет новое видео, не забываем об этом. Также вступайте в нашу большую дружную семью подписчиков, каждый подписчик для меня как друг. Поэтому, ребята, потратите на меня всего лишь 2 секунды на лайк, на подписку. За это я вам скажу большое спасибо и выпущу новое видео как можно быстрее. Спасибо тем, кто смотрел это видео до конца, вы реальные молодцы. И также, ребята, я приглашаю вас всех на мой канал каждый день, потому что каждый день выходит новое видео, я всегда буду рад вас видеть на просмотре очередного видео. Поэтому, ребята, еще раз вам скажу большое спасибо, всем удачи и всем пока.